Стиральная машина в подарок. Благотворительный фонд «Инсан» вручил одной из подопечных бытовую технику, которую она не могла позволить себе долгие годы. Женщина проживает со своим ребенком одна на съемной квартире. Кроме того, она не может позволить снять жилье, где есть нормальные условия для жизни. Сбор среди близких и знакомых организовал председатель совета имамов города Дербент Абдулла Маликов. Средства для покупки стиральной машины были собраны меньше, чем за один день.